Несмотря на непогоду, десятки людей пришли пообщаться с профильными ведомствами. Традиционная выездная администрация состоялась в этот раз на улице Ватутина. Жители волнуют разные темы, но чаще всего обращаются с вопросами, которые связаны со сферой ЖКХ, транспортной доступностью и благоустройством дворов. Интервалы движения у нас теперь сократились на треть. То есть автобус ходит каждые 40 минут, очень удобно. Теперь почувствуем. Но вы проверьте. Да. Новое расписание. На 22-м будет новое расписание. И там остановки. Конечно, уже все разместили. Три автобуса теперь ходят. По Яндекс.Картам прям заходите, отслеживаете. Очень наглядно все. Специалисты профильных ведомств внимательно относятся к каждому обращению. Одни вопросы решаются быстро, другие требуют детальной проработки. По мере возможности мы помогаем постепенно выполнять просьбы. Конечно, заполняем анкету, потом анкета ложится в поручение в зависимости от той службы, которая выполняет данный вопрос. И поручение выполняется в установленный срок. Встречи в формате выездной администрации жители давно оценили. Это удобно, комфортно, а главное, все специалисты в одном месте. Елена Карасева живет в Старых Химках на улице Энгельса. У нее сразу несколько вопросов. Ее интересует работа общественного транспорта и благоустройство народной тропы возле дома. Что вы пообещали сделать с этой дорожкой? Привести ее в порядок. В субботу придет на место Николай Николаевич, посмотрит, как это все выглядит на земле, и там уже будут принимать решения. Здесь вот очень удобно все разнесено, прям вот по темам, вот, по кабинетам. Вот я за сегодняшний день, вот сейчас вот третий вопрос буду решать. Некоторые жители не только обращаются с вопросами, но и предлагают свои инициативы. Активных граждан поддерживает администрация и совет депутатов. Пришла женщина инициативная. С Ватутина 13. Вот если кто около этого дома проходит, то там порядок идеальный. Она старается, в свободное время сажает цветы, ухаживает. Она говорит: Валентин Алексеевич, а нам нужен кизильник. Кстати, я вместе вот Николай Николаевич Батышу сам с ней подошел, потому что таких людей, где вот есть такая искорка, их надо поддерживать. Выездные администрации в Химках проходят еженедельно. Следующая встреча состоится в Луневском 27 июня. Для оформления обращения при себе необходимо иметь паспорт. Юлиана Мазырина, Вильфрид Зимковский, новости Химки ТВ.